Хочу представить небольшое видео об одном моем проекте. Этот проект называется «Реплика аудиокарты Innovation SSI 2001». Перед вами сейчас находится прототип этой реплики, которую, по сути, саму разводку этой платы делал я сам. Делал я ее по имеющимся в интернете фотографиям реальной платы, которую мало кому удается найти. А также помощь в составлении схемы логической части мне предоставил еще один человек под ником Борис Фокс. Сейчас плата установлена на материнскую плату с процессором 386DX на частоте 40 МГц. Вот этот процессор, здесь еще есть сопроцессор, 4 МБ памяти, чипсет Macronix. Видеокарта Trident TVG 9000, простенькая мультикарта на чипе Goldstar Prime 2C, и вот она, сама плата с прототипом реплики. Были некоторые проблемы с ее отладкой, долго не мог из нее извлечь никакой звук, хотя вроде как какие-то сигналы на ней были, вроде как чип сам жив и что-то такое там происходило. Но звук не удавалось найти. В том числе и осциллографом проверял именно вот здесь вот саму линию вывода звука с чипа. Проверял здесь транзистор, разделительный конденсатор. Там было пусто. Однако сегодня вот здесь я обнаружил не пропай одной единственной ножки у разъема вывода. Здесь их всего три, и одна была не припаяна нормально. И, о чудо, после того, как я ее пропаял, на выходе появился звук. Двойной, тройной фейспалм. Почему я раньше это не сделал, непонятно. Почему осциллограф показывал 0, как-то тоже странно. Может, я какие-то не те параметры развертки задавал. В общем, не суть. Сейчас эта карточка работает. Она подсоединена сейчас к усилителю. К ней еще прицеплен здесь осциллограф, который показывает два сигнала. Верхний сигнал, вот этот вот. Это, собственно, сигнал на выходе, вот здесь на тюльпане. Желтый сигнал нижний, это сигнал выбора чипа MOS6581, который является сердцем этой аудиокарты. Тот же самый чип использовался в компьютере Commodore 64. Соответственно, здесь, когда будет пик вниз, это значит выбран чип, идет с ним обмен. И здесь будет просто осциллограмма самого сигнала на выходе аудиокарты. Компьютер сейчас включен. К нему подключен монитор. Сейчас я запущу игру Airball и посмотрю, что из этого получится. Так, видно, что в Airball карточка заработала, есть звук. Следующая игра для проверки – игра Bad Blood. Я сейчас нахожусь в процедуре ее настройки. Здесь предоставляется выбор, какая есть звуковая карта. Пункт номер 6 – Innovation, та самая, которая сейчас находится в материнской плате. Выбираю этот пункт. Порт, стандартный порт А, 280 адрес. Перезапускаю игру. Thank you.
проверю в самой игре. Работает. И последнее, что мне есть сейчас для проверки, Ultima 6. Итог. Прототип ожил и вполне успешно работает. Засим все. Кому понравилось видео, оценивайте. Смотрите другие видео. Будут дальше новости.